Наш первый день на новом канале был первый день свободы после «Фабрики звезд». Ты знаете, это как первое свидание с любимой девушкой. Ты не знаешь, чего ожидать и не знаешь, что говорить. Это был эфир подъема, и тогда все были в бегах, это было что-то непонятное. При всем том, что это была моя мечта, побывать на новом канале, да еще и поработать на нем, я считаю, что за несколько недель до Нового года это было одно из самых главных сбытий мечт. И да, эта мечта осуществилась, детская мечта моего брата сбылась, и этим же он помог мне. Я счастлив, мы счастливы.